знает. Девушки, извините, бесплатно раздаю бананы, если вы мне переведете слово казахское. Как будет по-казахски независимость? Мемлекеттік. Нет. Мемлекеттік государство. На ты. Тауе. Не знаю. Ну что ж вы так-то, ну чуть-чуть. Извините, бананы бесплатно раздаю. Скажите, как будет по-казахски независимость? Тауэльсиздык. Держите банан. Держите банан. Не, возьмите, дети. Вдруг у вас там что-нибудь. Вдруг говорит, там что-то, там что может быть в банане. Девушка, раздаю бананы. Скажите по-казахски, как будет независимость? Не знаю. А что-нибудь казахское слово знаете какое-нибудь? Саламесизбе. О, хорошее слово. А еще скажите, я вам банан подарю. Алма, яблоко. Ой, молодец, да. Прекрасно, прекрасно. Держите заслуженный банан. Спасибо большое, да. Детка. Удачи вам. Вот видите, то есть в отличие от майданушек, которые, значит, запугивают, хотят с помощью, значит, агрессии, ненависти, злобы, а мы, значит, Кенесарын Сарбаздарын предлагаем с помощью позитива, добра и в таком духе.